Так, собираемся домой. 6:30 утра. Ну вот, еще одна яблонька рядом. Еще одна яблонька. И очень интересно тоже. Плоды вот такого плана. Вчера ребята наши были с девчатами. Пробовали на вкус. Говорят, очень, очень даже приятно. Сейчас посмотрим. Вот такой плод. Ух ты! Плодожорки нет. Плодожорочки нет. И много вон там внутри еще тоже есть. Вот наглядный пример. Никакой тли, никакого опрыскивания, никто не окучивает, никто ничего не делает. Вон красота.